Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс и с вами Вовкин. Для начала хочу поздравить всех с 1 сентября. Надеюсь, этот год у вас будет прям удачный, чтобы все учились хорошо, все у вас было прекрасно. И, пожалуйста, не доставайте учителей ведите себя на уроках хорошо. Они что же люди, поймите их. Вот, и кстати, напишите, ребятки, обязательно, кто в какой класс перешел. Мне просто очень реально интересно. Так, ну что ж, а теперь вернемся к видео. Секундочку, вот комментарии, которые вы написали под прошлыми видосиками. Под этими видео тоже пишите комментарии, потому что некоторые из них, самые прикольные, попадут в следующее видео. Вот, ну что ж, теперь возвращаемся к игре. И, ребятки, посмотрите, что у меня здесь. Я дошел, наконец-таки, до 34 уровня. Вот, уже даже почти половина до 35, можно сказать так. И я вам скажу, я играл до этого не особо, в принципе, круто. Ну, были моменты, что да, что мне везло. А теперь я вообще просто нуб-нубасом. Вот, давайте в чем покажу. Прикупил себе куртец. Здесь уже такой самый практически модный торс. Вот, у меня уже 16 левел. Нужно до 17, 41 штука. В принципе, не за горами и 17 левел курточка. Думал, честно говоря, что она меня прям будет спасать. Но нифига, меня все равно выносят. Вот, прям очень-очень жестко. И еще, ребятки, вот такой вот момент. В прошлом видео по Guns of Boom я вас просил подсказать, посоветовать, что мне купить. Под когда я дойду до 34 левела, когда мне откроются вот эти вот все супер броневички, хотел сказать, дробовички. Но мне открылся дикобраз, но он стоит 3100 голды. Где их взять, просто ума не приложу. Может, задонатит кто-то, пришлет голдишки, было бы здорово, я прям бы спасибо сказал. В видосике, конечно же, вот. И автомат тоже, смотрите, автомат тоже 3000. Ну, короче, я так подсчитал, что если я буду копить просто на заданиях, на вот этих вот, да, на ежедневных. Я, кстати, уже, видите, подделал себе вот это вот, понажимал крестик, позаменял задание. Вот, 16 убийств в голову, это, в принципе, реально доступно. Не за один бой, а за несколько боев. Вот. И, короче, каждый день вот так вот я коплю по 25 голдишки. И 10 дней это будет 250. Короче, дней так через 40, грубо говоря, да, я накоплю себе на дикобраз. Ну, не знаю, стоит ли это делать или нет, но, скорее всего, буду делать. Ну, если, конечно, кто-то не задонатит мне, я тогда прям накуплю голды, куплю сразу себе дикобраза. Ну, а может, кто-то еще и на Джаггера задонатит. Будет, в общем, прикольно. Ну, дело ваше. Так, ну что, теперь погнали, в принципе, все-таки в бой. Покажу вам, насколько я стал еще нубасом, ребятки, потому что после 34 уровня начинается просто жесть жесточайшая. Вы сейчас это все увидите. Прям хоть такая мысль у меня, хоть прям заново начинай игру, новый создавай акт, потому что, ну теперь-то я уже шарю, как по крайней мере на начальных уровнях играть. Вот, будет проще. А теперь, а вот здесь прям сейчас, прям все такие прям профессионалы, у них прокачанные всякие пушенцы. Те же даже вампир мне встречается, вот этот автомат, который у меня сейчас... А нет, это кровопийца же. Короче, встречается, что уже кровопийцы со вторым уровнем пацаны бегают. Вот. Что же говорить тут о всяких других там дикобразах и прочих. Так. Вот прикинь, вот на тебе, на. В как? Ну как же? Вот откуда он взялся? Сзади, видите, кровопийца первый. Ну ладно, окей. Бежим. Хотя я так прям уже почти... захедшотил того, да, чувачка. Так, так, так. Я не пойму, а ничего, все? Все, короче, будут на прицелках работать, на винтовочках? Это вы, конечно, парнишки даете. Ну, в принципе, это мне дает разгуляться. Бах, 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 баба. Ну, то, что ж вы делаете? Ассист, нафига мне ваш ассист, если я хотел сам хедшот делать? Суисайд, вы видели? Граната. Аккуратно, граната. Так, ладно, бежим, бежим. 16 убийств в голову, конечно, это можно сделать, если там несколько боев поиграть. В принципе, реально. И так потихонечку буду, короче, копить. Вот смотри, у него дикобраз, да? А, нет, это берсерк. Это берсерк. Куда-то я побежал, что-то вообще не туда. Ну да ладно. Хотел, хотел зафигарить, хотел сделать все-таки хедшот, но там какой-то его другой братишка вышел и помог ему. И это очень плохо, печалька. Ух ты, ух ты, я прячусь, буду сейчас из укрытия.
Гранату тебе. На, лови. Килл. Неожиданный килл, вы видели? Сам того не ожидая. Ух ты. Ух ты. Буранчик второй. Буранчик, возьму его в карманчик. Так. Ух ты, я смотри, за ним бегу. Ба-ба-ба-ба-бам. И я играю как нубло. Цербер. Мне так не нравится звук вот этого цербера. Это просто жестяк. Ребятки, ставьте Лукас, если вам тоже не нравится его. Вот этот звук выстрела вот этих вот. Оно прям так громко. И несколько раз как-то он так фигарит. Ну, не знаю, мне, честно говоря, вообще он не нравится. Я что-то уже даже не хочу его покупать, потому что вот этот звук, он просто меня выбешивает. Не знаю почему. Может, зря я так нервничаю. Мансуют, мансуют, парни. И я стараюсь мансовать тоже. И что-то, не знаю, получилось, не получилось. Да, в принципе, я его убил. Но это не хедшот. Это не хедшот, это не гуд, я бы так сказал. Мы тут, в принципе, даже выигрываем. По очкам. Ай, что, зачем я подбираю? У меня же такое же есть. Дико брос. Дикий, дикарь, дикушка. Так, ладно, побежали. Так. Дикий. У тебя тоже дикий, или что у тебя там? Дикий Макдик. Хедшот. А, он достал буран. Он открыл свой карман и достал оттуда буран. Вот такой вот хулиган. Так. Дикий. Это не дикий. Это что такое? Я забыл, что это такое. Ну что-то хорошее. Смотри, как я его выношу. Я же начал заикаться. Кто-то ему помог, этому Кепи. Кепи 78. Что-то там такое дальше. Так, ладно. Ну мы тут все равно прям тащим. Ну не я, по крайней мере, мои парнишки. Тима. Это не Тима Раков. Это Тима прям молодцов. Офигительных. Так, опа. Я вижу жертву. Можно хедшот, можно хедшот. Ну вот, наконец-таки, хедшотик. Ух ты, я тут прям подбираю все. Ты смотри, подборщик. На. Эх ты, не получилось. Какой-то санитар подбежал, блин. И вылечил меня. Санитарка звать Тамарка. Окей, ладно. Что, все, конец боя. Ну, у меня, по-моему, один хедшот, да? Насколько я понял. Четвертое место. Я же говорил, что здесь прям ну просто все уже. Жесть начинается. Прям очень тяжело. Кстати, мы сегодня будем открывать еще, наверное, будем открывать. Одно убийство в голову. Это просто ужас. Ужас какой-то. Фух. Пооткрываем, наверное, сундучки и ящики. Я думаю, после боя вот этого мы их пооткрываем. Может, мне что-нибудь там выпадет хорошее. Ну, хотя, что там может выпасть хорошее? Разве только что костюм какой-то, да? Маска. Не выпадет же мне там, не знаю. Золото. 500 или 1000. Не выпадет. А это обидно. А могло бы, представляете, да? В сундуках выпадало бы золотишко. Это было прям супер. Пускай не часто, редко, но выпадало бы. Надо разербам написать. Пусть не жалеют голды. Хотя, блин, это же их не хлеб. О чем я вообще говорю? Так, вот это что такое? Это мамба пятая. Куда? Какой пулемет? Я же хотел... Ну ладно. Хотел вообще-то натиск. Так, все, я вооружен до зубов просто. Все, побежали, парни. Гоу. Что такое? Что такое? Почему ты не захватываешь? Помочь тебе? Помочь тебе? Все, помог. На. Defense, защита, типа того, да, по-моему? Как так-то переводится? Так, и что у нас тут? Куда? Ты куда, парничка? Стой. Хедшот. Есть, отлично. И ты стой. На, дабл килл. Мамба. Самба-мамба. Так, я прям разошелся, смотри, я прям, ух, какой, так, все, что такое, какого пулемет ты вылез, ну, блин, почему так происходит, наверное, я жамкаю не на ту кнопку, мне так что-то кажется,
Так, все, побежали. Го-го-го-го-го, парнишки, братишки. Берите книжки. Так, защищайте. Дефенс. Че, глянь, гранату бросил, куда-то побежал. Нифига себе, ты прям прошаренный какой-то, да? Че там? Слушай, подобрать может? Ох, вампир пятый. Ю-ху-ху. Вот это крутотень, это мне не надо. Слушай, вон там бандит побежал, а? Куда он побежал? Догоню я его, как вы думаете? На, хедшот? Нет. Жалко. Так, у меня такое оружие у самого есть, поэтому я брать его не буду. Так. Все, захватили, победили, побежали. Да какого черта выскакивает постоянно этот пулемет? Все, хана мне. Фух, ну тут я долго продержался, вы заметили? Кровопийца второй. Ёк-макарёк, нормально. Так, ладно, бежим, режим включаю, короче, бежим режим и бегу. Ух ты, вот думаю, может тоже себе какую-то винтовочку прикупить. На, вампир второй, отлично. Блин, жалко, что не хедшот, конечно. Я старался как мог, но не вышло. Ах ты, бродяга. Хедшот. А там еще один бродяга был, а? Я в дыму его даже и не заметил, не разглядел. Слушай, ну это уже нормально, это уже хедшота 3 или 4 у меня, по-моему, здесь есть. Это куда я побежал? Лабиринты какие-то. Это прям уже радует. Так, сюда, вниз. Меня зовут Денис. И я бегу вниз. Стоп. Да. Бомбить сейчас буду. У него, смотрите, чуть-чуть вообще осталось. И почему-то я его не забрал. Все эти мансы, мансуем, парни. Задолбали. Тут прям такие мансеры встречаются. Я как-то вчера играл, короче, он пытается мансовать, понятно, все это дело. Но он бегает, он сам по мне даже не попадает. Я по нему тоже не попадаю. В конце концов, я его убил. Но он прям дергался, я не знаю, как таракан на сковородке. Так, продолжаем. Эх, к сожалению, не будем это делать. Так, и смотрим по заданиям, чего у нас тут? 3! Да я больше вроде сделал. Один тем более у меня был. Неужели я сделал всего 2 хедшота? Вроде было больше. Штуки 3 как минимум. Ладно, пускай будет так. Окей, ребятушки, что ж, теперь давайте пооткрываем кейсы. Что? Открыть. Вот сюда надо нажимать. Я уже забыл, давно их не открывал. Ну что ж, погнали. В общем, скины, маски, костюмчики и лес. И эмблемки. Фух, все 70 что ли открыть? Ну, короче, буду открывать все 70. Надеюсь, ух ты, пульс хороший, это мне нравится. Надеюсь, вы поставите очень много лайков. Поэтому оцените вы, надеюсь, это. Так, ну что, это у меня было. У меня сейчас прям даже одета. Фигня. Эмблемы я вообще не знаю, для чего они нужны. Это такая, по-моему, тупость. Эмблемы вот эти вот. Маски, ладно, костюмы, я понимаю. Но эмблемы, ну, они вообще ни о чем. Их никто даже не видит. Ну, практически никто. Так. Вот, это хорошо. Джунгли. Так, зебра. Зебры у меня нету. Романтика собрана. Слушай, да я сейчас до хрена пооткрываю это всего. Пособираю, наверное. Слушай, ну мне костюм... Ух ты, безумный Маск! Илон Маск! Безумец. Не, нормальный парень вроде как. Так, ладно, и что, продолжаем. Рукопожатие. Рукожопие. Нужно сделать новую эмблему. Рукожопие. Чтоб все знали, кто ты такой. Тоже надо разорвом посоветовать. Гильзы собрано. Ладно. Паровоз, ну блин, вот эту эмблему я прям хотел. Паровоз, нафига она мне нужна? Водолаз, легендарка. Ну, правда, не собрано, конечно. Не он, у меня там будет много очень повторок. Класс, строитель, слушай. Вот это уже Арктика, тоже хорошо. Красивый скин. Фейерверк тоже пойдет. Так, что у нас там? Вот, строитель. Строямба. Стекло, нафиг оно нужно. Так, прицел собрано. Ха-ха, собрано. Лупоглаз у меня есть. Дальше что такое? Ушки пойдет. Вчера, кстати, чувака видел на моцке вот в таком вот шлеме, представляете? Только он был черный. Мне еще интересно было, это женщина или мужчина.
так как-то он быстро проехал, я не заметил, кто это был. Но сам факт, что был черный-черный шлем и вот с такими ушками. Мода, может, сейчас такая, я не знаю. Так, продолжаем. Санта. Санта Бакванта, это мне не надо. Зебру скоро соберу, это хорошо. Так, что это? Кабан? Я собрал кабан какой-то. Кабан. Так, ассасин. Ух! О, байкер редко. Отлично, отлично. Не собрано, конечно, еще. Блин, слушай, ну до костюмцев тут еще долго мне прям собирать, а? Потому что они очень редко. Арктика, смотри, третий раз уже выпадает Арктика. Бедуин. Бедуишку скоро соберу. Наверное, скоро. Ух! Так. Уже устал пальцем тыкать. Что же, ребятки, 20 кейсов осталось. Блин, мне столько дофига нужно еще собирать. Вольт красивая. Так, Феррер был. Самураец. Молния. Такое себе мне молния. Не очень нравится. Так, это вообще ерунда. Так, фейерверк. Дофига фейерверка, видите, выпадает тоже. Это у нас тоже было собрано, тем более. И, ооо, байкер. Я хочу еще, может попадется еще пара фрагментов байкера. Ребятки, класс! Я собрал костюм байкера. Фух, супер. Вот это я молодец. Вот это класс, слушай, байкер. Наконец-таки у меня будет новый какой-то костюмчик. Прям хочется уже в чем-то новеньком побегать. Неформал, ну, подойдет, в принципе. Так, художник. И осталось, ребятки, 6 кейсов осталось. Может, что-нибудь хорошее все-таки выпадет. Слушайте, ребятки, ставьте лайк за байкера. Это прям вообще класс. Мне нравится. Так, сейчас обязательно его примерим, конечно же. Так. Это ерунда. И последний. Давай что-нибудь хорошее. 300 золота. Откуда золото, конечно же. Так, фейерверк. Фух, все. Эй, ладно, уже не будем мы ничего не смотреть. Так, ребят, ух, у меня аж мурашки по коже. Слушай, вот это капец какой-то. Так, что такое? Слушай, а что, как... как поменять? Как поменять? Арсенал. А, вот сюда же надо. Я же, слушай, от волнения прям все позабывал. Костюмы. Зачем я делал себе эту маску? Не знаю. О-о-о-о-о-о. Маску вообще можно снять. В чем дело? В чем дело, говорю? А, это же у меня одетый... У меня одет вот этот шлем, походу, да? Чистильщик, слушай, ну это уродство какое-то. Мне так не нравится, я так не буду бегать. Слушай, давай глянем, что у меня там. Какой-то кабан у меня был. Может, вот так хотя бы? Ну, конечно, она сюда не подходит. Вот так вот подходит, да? Блин, байкер, это классно, это очень крутой костюм. Мне нравится. Ха-ха, какой-нибудь еще автоматик скин прикольный сделать, да? Или, может быть, что, какую там? Вот это подходит, да? Прям такой нормальный костюмчик. Или, что, или вот это. Вот это бы нормально то, что подошло. Хотя нет, не очень. Вот это, в принципе, да, подходит. Так, что у меня там еще есть хорошее? Ну, вообще, идеально было бы, конечно, наверное, вот это. Ох, прям папк. Смотрите, обменим дубликаты. И получим прям еще 2020 всяких... Вот этих вот штуковин обменять. Все, у меня есть 4650. Это, конечно, не очень много, но тем не менее. Ладно, может вот эту тюбетейку одеть. Ладно, вот этот прям такой вот суровый, да, прям вообще подходит. Фух. Все, ребятки, в общем, всем спасибо, что посмотрели. На этом будем видос заканчивать. Ставьте лайки, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Потому что дальше будет очень много чего интересного еще. Много всяких новых игр и всякого прочего. Вот, не забывайте про колокольчик. И в соцсетях моими видосиками можете с друзьями поделиться. С вами был Вовкин, пока-пока.